Всем привет! С вами я, Александр Сучков, и сегодня мы играем в игру под названием Ravenfield Beta 5. В общем, мы, наверное, поиграем все-таки в эту игру сегодня. В Choose Up. Здесь Island есть, то есть Исландия, которая вот была в Табсе, Totally Accurate Battle Simulator. Здесь тоже есть Исландия. Есть еще Dust Bowl. Как я знаю, по игре Counter-Strike 1.6, Counter-Strike Source, Counter-Strike Global Offensive, Dust — это пустыня. То есть Bowl, я не знаю, что это такое, но что-то пустынное, наверное. Так, Assault Mod, я не знаю. Reverse Mod — это, значит, задом наперед что-то. Night Mod — это ночной мод. No Vehicles — это нет машин. Я пока что этого не буду ничего менять. Victory Score. Это у нас ставим 100. Bots. Давайте поставим пока что 10 ботов. Здесь мы можем отбалансировать команду ботов, где будет больше, где меньше ботов. Так, ну пока что меня поставить наравне. Spawn Time обязательно 1, чтобы вы сразу спавнились. Давайте на Исландии тогда попробуем поиграть уже. Так, я запустил игру, вот мои оружия, которыми я уже играл, можно испробовать их все. Давайте возьму РК-44. Так, здесь есть пистолет, есть обычный пистолет, а есть такой. Обычный я что-то не хочу брать, поэтому я возьму такой. Обязательно фраг, это граната, амубэк и медикпэк. Можно взять гранатомет, но это не обязательно. Все, заспавнился, карта будет, наши боты. Кстати, здесь можно еще играть в сети, посетить с друзьями, там, с кем-то еще, но это для этого нужно создавать сервера, а я этого не умею еще в этой игре делать. Зато можно здесь пойти за этими тачками. Нет, я на это не поеду. Можно взять... Где там вертолет-то? Был вертолет. Можно сесть в тачку на любое место. Можно сесть на любое место в тачке, то есть, и поездить на ней. То есть это такая вот игра. То есть можно сесть сюда, покрутить рулем. Так, что-то нельзя выйти с тачки, ладно, сейчас. Вот, то есть здесь можно порулить, руль какой-то странный, поэтому как-то вот так вот. В общем, так, окей. Здесь еще можно вот так вот как-то гудеть, то есть гудок, сигнальная такая штука есть, для того, чтобы лучше делать. Так, у нас есть вот наша команда, так, ладно, так, окей, так, ладно, теперь, так, окей, так. Так. Так, очень прикольная игра, конечно. Сюда. Так как я профессионал, я забыл про них. Я еще не привык к такой графике вообще, к такой игре. Первый раз не играю сегодня вообще. Оу, я же его ранил, блин. Давайте, нет. Давайте покрутим все. Оставим на своих местах. Я ничего не хочу. Смотрите, не такое оружие вроде нормальное. Нет, не добивай меня, нет. Я встать хочу. А, все, меня добили. Так. Что-то взорвалось там. Давайте... Иглы не хочу. Давайте возьмем... Не знаю, что давайте вот это вот. Попробую хотя бы, что это. Почему?
Ладно. Давайте вот ты для вас. Ладно, сигнал. Сигнальная тоже штука, наверное, нормальная. Да почему я не могу спавниться? Сигнал. Нет, не могу я спавниться, ребят. А, вот. Я спавнился, и вот мой дробовик. Дигла я взял. Точнее, игл просто. Так. Окей. Так. Машина. Хочу слиться. Хочу просто поиграть на этой карте. Вертолет. Так. Вы не обижайтесь, если вам тут дергаться. Это такая чувствительность мыши, и она мне нравится. Такая, какая она есть. Одного завалил. Я одного завалил. Ха-ха-ха. Это мое любимое оружие, так что, ну, наверное, это сейчас с него будет. А, блин, ну ладно, оно чуть другое сделано. Так, сигнал. Сигнал. Спавнись, чё? Что такое? Не могу заспавниться, эй! Почему? Может, дело в оружии? Так, так, почему я не спавнился? Может, это какой-то лаг? А, ну точно, я понял. О, нормально. Нет. В общем, я не знаю, это какой-то глюк в игре, наверное. Так, давайте ботов поставим 100. Рантайм 1. И давайте... Давайте поставим все здесь такое. Извиняюсь. Так. Так. И Dust Bubble. Так. О, все! Я заспавнился. Все нормально. Так. У них что, уже 5 точек? Нет, такого не может быть. Так, играем мы 100. То есть 50 на 50. О, вот смотрите, мы все наши заспавнились, смотрите. Это все наши игроки. Так. Пока что с калашом побегу. СРК-44, точнее. Так. Куда бежать-то? Немного лагает, ну ладно. Надеюсь, вам будет видно хотя бы, что происходит на экране. Так. Все наши идут. Давайте... На карту посмотрим. А, вот я. Вот это вот. Вот это вот шевелюсь, это я. Нам нужно сохранить 5 точек. Но они победили. Как так, не знаю. Здесь можно дальше продолжить игру. Давайте продолжим, потому что я не Они 5 точек захватили как-то. Как это произошло, я не знаю. Оу, это что такое? Наши идут. Я на крыше. Оу,
Блин, меня ранили. И патроны. Я не есть, а, блин. Откатов нету, блин. Жаль. Так. Я не знаю, потому что что происходит. Почему дальше команда работает? Сам прикол в игре. То, что можно запрыгнуть, ну куда-то. Так, мастер. Вы же знаете, что я мастер. Я ж тащил. Оу, я ранен. Чел, я ранен. Зарядка. Нет, не убивайте меня, я должен убивать. Да, я ранен. Ну, давай. Вот, я бы, наверное, убил. Так. Я не понимаю здесь ничего. И типа чё, куда надо идти? Вот она, моя снайперская винтовка, с которой я играл. А вот это первый раз. Точнее, не первый раз, а вот первая моя выбранная пушка. Что-то все с калашами, надеюсь, что калаш нравится. Так, ну смотрите, вот как она стреляет. Я вам сейчас покажу. Точнее, попробую показать, наверное. Так. Игра реально недоделанная, так что... Блин, ладно. Давай, быстрее. Чел. Ладно. Что-то там глобальное. Ай, ладно. Ладно. Просто обычная, как снайперская винтовка. Вот эта вот штука мне понравилась. Она реально очень крутая, вот эта. Так. Так. Ну что, давайте завоевывать точку. Не знаю, что там происходит.
падай, чел. Так. Ладно. Не, я кого-то вообще убиваю, нет? Так, надо еще скинуть патрон, точнее птичку. На этом, наверное, все. Если вам понравилось первое это видео про эту игру, в общем, я вам сейчас все скажу. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Подписывайтесь на мой второй канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Заходите на сайт nubasusite.pro. Заходите в группу ВКонтакте Нубас, мой ID ВКонтакте 53 55 44 63, он где-то там.